Дорогие друзья, желаю, чтобы в следующем году вас ждало только счастье. Чтобы никакие невзгоды не встречались на вашем пути. Чтобы вы всегда шли к своей цели. И чтобы все моментально сбывалось в вашей жизни. Да что ж такое? Да короче! Он и я за целеустремленность. Девочки, я желаю вам найти свою любовь в этом году. Ну вот, чтобы был прям ваш человечек. Чтобы он говорил нежные слова. Чтобы он гладил вас по рыжей головке. Чтобы он носил вас на руках. Ну, потому что вы маленькая и хрупкая. И вы с легкостью можете забраться ему на шейку. С Новым годом, девочки! С новым счастьем! Девочки, желаю, чтобы в вазах у вас стояли голландские розы, настроение поднимал швейцарский шоколад, чтобы вы пахли французскими духами, согревались греческими шубами и ездили на немецких машинах, и чтобы всем этим вас обеспечивали украинские мужчины. Шановні українці, ми найсильніша, найгарніша, найрозумніша і найскромніша нація в світі. Вдалого нам наступного року, наснаги та усіляких гараздів. І нехай наша найспівочіша мова звучить в усьому світі. Тобто безвіз нам все-таки дадуть. Або візьмемо самі. З Новим роком! Щасти вам! Мужики, в следующем году ни в коем случае не будьте подкаблучниками. Хочется на рыбалку? Идите на рыбалку. На охоту? Вперед на охоту. В сауну? Естественно, идите в сауну. В ресторан? Отдыхайте, мужики, по полной, потому что следующий год – это наш. Я не опоздала? Нет, Викусь, нет. Я как раз тут говорил, что надо больше уделять времени своим женам. Дарить им подарки. Правильно. Потому что мужики только и думают об охоте, о рыбалке, о саунах, о ресторанах. А ты у меня не такой. Да. С Новым годом! Всем желаю вот такого мужа. Настоящий муж. Да. Олежечка, это тебе с Новым годом! Яночка, спасибо, так неожиданно! А что ты мне подаришь? А это секрет. Телефон? Нет. Планшет? А, нет. Кольцо с бриллиантом? А, нет. Значит, не то, что я хотела. Егор! Егорушка! Это тебе! Слушай, а что ты мне подаришь? Мужчин, носите своих женщин на руках. Хорошо сказал, шампанское заслужил. С Новым годом вас! С новым счастьем! И... Мужики, я как президент Дизель-шоу ответственно заявляю, этот год был смешным. А в будущем обещаю, что билеты на Дизель-шоу будут абсолютно бесплатными. В фойе вас будет ждать французский коньяк, а на входе вас будет целовать мисс Украина. Егор, ты чего сейчас наобещал? Вообще-то это президентское обращение, а обычно президенты в новогоднюю ночь правду не говорят. Тогда я скажу. Дизель-шоу в следующем году будет еще круче, еще ярче и еще смешнее. А я что, не так сказал? Ну, ты как-то по-президентски это сказал. А как надо? По-честному. А, тогда так. Будем зажигать! Дизель-шоу.